Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас и Прост. Мы начинаем новый кооператив, игру под названием The Forest, все еще находящая в разработке уже сколько лет, Прост? Ой, да уже много времени ее разрабатывают. Всем привет, кстати. Да, ну что, куда пойдем, что будем делать? Я так понимаю, давай пока мы... пособираемся маленечко. Что тут у нас есть по чемоданам? Кстати, вроде пока чисто, эти ублюдки к нам не хотят идти, не, да? Не ползут пока, да. Помнишь, когда еще только-только игра вышла, эти ребятишки сразу подбегали и начинали осматривать они, да, нас, да, как говорится, знакомиться. Только вылазишь из этого, из самолета, они уже сразу появлялись тут, и начинался жесткий махач. Ты плату забрал, кстати? Там плата есть. О, да-да-да, гром. Я взял. Гром загремел. У тебя гром тоже есть, да? Дождь, да. Тоже есть, ну тоже это, есть. Это хорошо, значит, это дело все синхронизируется. Прекрасно. Вот значит, я хочу сломать чемодан, а вместо этого бью дерево, значит. Сетевая игра. Довольно хорошая, кстати, здесь от 2 до 8 человек могут играть в эту необычную игру. Выживать, как говорится. Я думаю, здесь толпой вообще было бы веселее, намного, да, там? Да, ой, конечно. Мячик. Так, сейчас... ну что, давай тогда поменяем дислокацию свою. Че, к берегу побежали тогда? Да, вот только здесь чемоданчик. Воу. Давай залутаем с тобой. Чтобы не голодать. Че? Чемоданчики, чемоданчики. А ты, ты че такой темный? А я кто? Посмотри на меня. Ты с бородой и в военном камуфляже весь. Борода. А я че, негр? Борода, ты Римас. Ну как, я не негр, а темнокожий, да. Ну, ну не прям негр, ну, видать, может, латиноамерикану какой-то там, мачо. Возможно, так. И мы с тобой должны найти этого, как его, сына, да, которого мы потеряли. Всю игру уже сына все ищут, что-то так найти никто не может. И есть какие-то мифы, что есть какие-то... Опа, там лодка, смотри, какая. Может быть, спрыгнем аккуратненько сюда, я здесь не умру, если... Ну, я не знаю. Твою мать! Че, ХП потратилось? Да, почти половина. Ёпра. Надо, кстати, водичка надо такая было прекрасная. Обойти. Да, водичку, кстати, в последнем обновлении пофиксили и вот изменили текстурку ее. А что, кстати, еще добавили? Ой, там... Чу-чу-чу-чу. Всякие баги исправили. Ага. Вот, водичку, текстуризацию маленько поправили, а так, по сути, ничего толком и не сделали, как обычно. Так, такой внешний вид только. Я не понимаю, что вот это за палки какие-то торчащие, что за гнезда? Что там интересно, что-то есть? Ну вот эти вот, видишь, палки из воды торчат. Какие-то. Где палки? Что-то... А, у тебя нету, что ли? О, ёпрст. А, вот вижу, да. Это типа, гнезда, либо типа какие-то тотеми, непонятно чего, давай посмотрим. Это что-то новое, залазить? Я впервые это вижу. О, можно ползать, нифига себе. Канатоходцы мы сегодня... Что-то я сплыть не могу, а, вот. И чё, толку мы... Это прям Assassin's Creed какой-то? Сейчас мы будем как Тарзан. Прыжок. Блин, ну там ничего интересного, я-то думал, там что-то лежит, а там просто это... Воздушность этакая. Ну, раньше ее не было. Так, хорошо, ладно. Ну что, нам здесь делать, наверное, нечего. Что будем делать? Пойдем поищем яхту тогда. Там построимся где-нибудь возле нее. Кстати, блок пофиксили. Раньше можно с блоком прыгать, и у тебя бессмертие. Зайчик. Здравствуйте. Шкурка. Привет. Что, я прям в текстурке камня сейчас был. Ну это да, это есть такое здесь. Это, кстати, до сих пор еще не пофиксили. Да. Что еще добавили? Говорят, еще какие-то этот... Строение добавили. Нет, по-моему, нет. По-моему, добавили какую-то секретную локацию в пещерке, короче. Это я слышал, да. Это было еще когда? Месяц назад, кажется. Кстати, тут смотри. Да, да. Я тоже давно не заходил. Непонятно. Кастрюльки. Их можно попинать. Прям футбольчик. Вроде бы необитаемый остров, но, судя по останкам, я имею в виду по этим вещам, можно сказать, что здесь много людей было когда-то, да? И очень много... Фига тут разлетелось все от самолета. Стулья аж до сюда докатились. Думаешь? А, нет, это или от самолета? Это от кемпинга, да, походу, стулья. Скорее всего, да. Так, зайчики так. Бегают, прыгают. Ой-ой-ой, что-то тут такое это... проскочило, непонятно, или текстурка какая-то проскочила. Текстурка, а тут уже вода, видишь, смотри, тут уже вода так, по-другому
смотрится и не так прям насыщенно как-то. О, нифига она мутная. Мутность, мутность. Так, а чё, где у нас яхта-то? В каком она вообще резнулась? Чё, не знаю даже, куда тут идти. Налево, направо, пошли налево. Пойдем туда посмотрим, налево. Все налево, мужики должны идти налево. Ой. Настоящий мужик хочет и всегда должен идти налево, да? Воу, кстати, у меня проблемы со здоровьем. Так покушай что-нибудь или выпей кока-колу. Выносливость, кстати, затраты выносливости тоже увеличили в последних патчах. Кстати, поменяли этот в интерфейсе, в инвентаре, точнее говорю, эту вот этот платочек, теперь он синий какой-то, более такой текстурилизованный и более светлый. Синий? Какой платочек? Ну вот, инвентарь открой на этом, на И. Вот видишь, ну, до этого там потемнее было, короче, чем сейчас. Сейчас по-другому. А, имеешь в виду сам этот? Да, скатерть, да. Можно ее так назвать, да? Платочек, ну. Платочек, скатерть, да. О, вот это вот по-разному можно назвать. Что это такое? Кстати, смотри, какие-то контейнеры здесь. Может, там что-то есть внутри. Ты смотри так глазком-то, аборигенов, чтобы не было. А то да, они кстати, тоже их смогут... Нет, они, наверное, под вечер выползают сейчас. По-европейски сзади подойти, раз, и на матрас, и не поймешь, что случилось. Эти бутылочки собирай, если у тебя вот тут есть, это прям коктейли бы сделать побольше. О, черепахи. Вот это вот нам нужно. Извините, ребята. Она не убивается, блин, не убивается. Убивается, почему? Я уже разделал. О, убил, все, забрал. Фига панцер. Ты, черепашье мясо. Ну-ка попробуем. Панцирь нужен. Броня же, броня. Так, а почему в инвентаре не отображается? У тебя отображается в инвентаре? Так, ну я его залутал. Что я здесь вижу? Нет, не отображается. Да, странно, у меня тоже очень. Нет. Походу они просто как это... Убил, и они исчезают. Хотя вроде я ну, Е нажимал. Я как-то собирал в своих сериях. О, тотемы, смотри, здесь уже по-любому... Должны да, быть. Кстати, мы должны свой тотем тоже сделать. Но если, конечно, найдем место нормальное, где мы будем. Че, тогда строительством займемся? Построим домик. Да, наверное. Это что там это такое правда, синее? Это правда надолго. А, это от самолет еще. Е-мое, нифига мы близко где? Так-то. А вон впереди в лесу. А мы вокруг, синее? Да, мы просто. Да-да. Мы баранчик. Вокруг просто-напросто этот. Бегаем. Я, блин, тут просто думал, тут яхта где-то. Тут что-то нету, нифига. Где она заспаунилась, мне даже интересно. Яхта поблизости где-то, по-любому. Так. Оу. Теперь хоть броня нормально отображается, которая из варана достается. А-а. А мы друг друга дамажить можем, да, кстати? Да, ну, да, знаешь? Вроде можешь. Ну давай, тыкни мне. Я блок поставлю. О, да, конечно, можем. Можем? А у меня вообще что-то не проходит что-то. Не проходит? Mm-mm. Даже ну за вот, удара поставь, нет никакого. Поставь блок, я сейчас тебе пробью. Че, нет? Нет. Вот а, странно. Ну что-то не понять. То есть, то нету. Ну, звуков да, вообще да, никаких да. нету. Там эффектов там тыщ-тыщ, как это, есть же. В ну, у меня фильмах, замах проходит. В индийском кино. А, да. Там тоже такие Рэмбо. О, ё-моё. Мне кажется, яхта вот, наверное, за тем холмом. Скорее всего, скорее потому всего. Что вон там кит. Давай через лес. А вот там что-то, смотри. Кит там, по-моему. Что-то да? там вдали. Что-то... Это, походу, что-то... О, лось. Ну как лось? Ягненок. Да, мы его... Фига он поведи, как Иисус бежит. Косынка как будто, да? Пойдем дальше. Вот там что-то затонувшая херня. Давай посмотрим. Что-то скучно без этих ребят. Без аборигенов. Конечно, вылезли бы, хоть мы с ними подрались. Вот так, что они где-то... Нет, драться нам еще пока рано. Нам надо хотя бы что-то построить, чтобы точку сохранить, да? На случай, если тебя или меня, или нас обоих убьют. Так, здесь у нас затонувший якорь. Находится файеры плата, забираем. О, бутылки. Скафандры. У тебя есть скафандр? Надеваем скафандры, кстати. Скафандры хороши, да, вот я взял его. Это ночью ходишь, когда прям освещается так, это дело. Надо только его снять. Как снимать-то его? Нажимаешь I и... А, вот, все. Кнопку нашел. Мыши. Ой, правую кнопку мыши и все. Так, у нас опять дождь. Непонятно, блин, мне надо было резкость мыши чуть-чуть убавить. Че, у тебя резкая слишком? Угу.
Да, все-таки атмосфера красивая в этой игре. Побежали, да. Вообще, да. Графика-то красивая, вот, правда, вдоль с багами берега. Маленько еще. Не разобрались они. Я думаю, в 2020 году игра будет готовой. Да, это по заявлениям разработчиков, конечно, когда они обещали эту игру, когда она вышла только в альфу, говорили, что вроде бы к 15 году она будет готова. Ну, не знаю. Ну, походу, уже к концу 15-го такими темпами. Да, уже на двору 16 скоро. Вот и яхта, кстати. Где? Вон. Ага, вижу. Прорисовалась. Понятно. Я не знаю, что, вот на том береге тогда возле яхты построимся? Да, обязательно возле яхты построимся. Самое главное, рядом, чтобы были деревья, ну и нормальный берег, чтобы мы не падали там, не тупили и тому подобное. О, радуга. Нифига себе, она большая. Да, красивая радуга. Кстати, радугу я впервые вижу. Да, ну да, добавили. И пропала куда-то, офигеть. Так быстро. Резко, да? За секунду. Просто за секунду. Так, давай взглянем. А, наверное, посмотри. Абориген это вылазит, как мы только дом, наверное, построим. Не факт. Потому что они вылазили, когда... Так, смотри, стоп, мы здесь можем упасть. Стоит. Где? Вон абориген возле камешка, он там стоит, пойдем. А чё за гора тут? Раньше такой не было. О, не было, было. Он убежал. Вот засранец. Куда он убежал? Здесь вот можно построить, кстати. Вот здесь трупак. Много лута. Давай его зарубим. Нам нужны что? Ручки, ножки, сразу же. Ты что, его рубишь, что ли? А я его поднял. А, у нас, походу, лут на двоих. Да, отдельно, да. Я тоже поднял. Вон, тут брошу. Так. Что это? Конечно, если будем рубить. Ногу забираем. Вторую ногу забираем. Для этого можно было их катать, как мячик. Тотем надо сделать. Так, у меня подвесон. Так, надо начать с дома, мне кажется, в первую очередь, потом уже тотемы и прочие штучки. Ой, как резко потемнело, смотри. Капец, где ну фонарик? Чё? Где там книжка наша? Так, татурал у нас работает, файр. Построим просто... Просто вот домик. Этот хрень. С листьями. Так, нужно еще палочки. А что у нас, да? Кстати, отдельно надо, да, это строить или как? Или мы можем одно и то же построить? Да, двоих. А я не вижу твой план строительства. Я не свой. Поставил, я... И твое видно как бы у меня. Да? Да, а у меня... Ну, я говорю, походу, один на двоих можно. Так. Палки, что там надо еще? Листочки, да? Палки и листочки. Быстренько. Да, надо построиться, а то сейчас эти... Благо, что у нас зажигалка бесконечная, да? Угу. Почему-то фонаря нету, да? Есть у меня фонарь. Кстати, я уже замерзаю. Все, я построил. Я построил сейчас. Этот, костер развести. Костерок, да. И переночевать. Фаер. Так. Что там надо? А вот вижу, я уже все. Листья есть, готово. Поджигай, зажигай. Поджигай давай. Что-то я не могу поджечь. Слушай, я не могу поджечь. Вот, все, я поджег. Отлично. Поджег все у тебя? Да. Все нормально. Так, мне вот интересно... Все, отогреваюсь. Мне вот интересно, если мы сейчас сохранимся, у нас там, по-моему, время должно измениться. Ой, так что-то светло стало, или мне кажется. Не, нам надо переночевать. Подходишь сюда, к дому, нажимаешь C. А, стоп, C. Да? Ну, да, я хост, да, я там... сохраняюсь. Я сохранился, ну, Z. Я думаю, ты должен у себя переночевать, я у себя. То есть я должен свое построить, но мой почему-то проект пропал. Смотри, какая красота. На Луну посмотри, как она освещает. И через деревья. Сквозит... Да, сквозь деревья. Классно это все выглядит. Ты можешь спать, кстати? Да, у тебя могу тоже. Вот я сейчас сохранился. Я не могу. Не, сохранился, да, я тоже сохранился. Вот C нажимаю. А, ты имеешь в виду спать? Да. Нет, не могу. Нельзя, да? А может, по всей видимости, нужно это? У кооператива нету такого. Нет, в таких вещах можно было спать. Ну, когда соло играешь. Видать, кооперативу нельзя спать. Только сохраниться и все, и вместе выживать.
Я уже забыл. Давно не заходил я сюда, в The Forest. Так, что, где наши друзья аборигены? Походу, их сегодня не будет уже. Ну, по всей видимости, да. Утро. У меня проблема, у меня нет этого. Чего? Силы и здоровья. Так, сейчас водичку попью тоже чуть-чуть. Ну, нет, хватит. Шоколадку не там надо. Еще скушай сникерс, как говорится. Да-да, этого добра очень много. Так, ну я пока кальчиков наделаю. Наделаю. Будем заниматься строительством. Никакие горы, мы не плотники. Что ты хочешь построить? Большую хату? Мажорскую хату? Коттедж. 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 Для коттеджа придется потрудиться, как говорится. Ну это да. Рублевку с тобой поставим. Большую рублевку. Продадим им эту рублевку аборигенам, да? Сделаем их. Можно так-то домик на дереве построить, в принципе. О, ёп, я упал. Короче, давай, я буду брёвна рубить. Ты там смотри с планами. Чё лучше построить? Какой построим-то, я даже не знаю. Ну, сейчас пару брёвен я сейчас возьму. Донесём, да, тоже брёвна. Пару штучек. Вот чё-чё в этой игре мне всегда нравилось рубить деревья. Симулятор лесоруба. Да. Эпище так падает еще. Да, и как падает, как хрустить. Так, раз. Вау. До двух бревен, да, мы можем брать? Да. Мы же больше не Гераклы. Моя вечная проблема, то что вроде бы там 4, да, падает. 2 забираешь, потом забываешь место, где ты рубил, и начинаешь рубить другое дерево. Да, есть такое. Итак, бесконечность. Ну что ж, давай я тогда план сделаю. Ты не руби пока. Что мы можем здесь построить? Там костер мы с тобой уже развели. Дом. Дом, может дом, который как это? Там 80 такой. С чем-то бревен надо. Ой, мы, наверное, такая... с тобой замучаемся. Рубите это дело. 82, скорее. Вот, кстати, показывается. Либо мы можем построить типа сарая, да, там. Либо туалет, как у моей дачи. Так, что у нас здесь? Лодка, шмотка, это не надо. Это двери всякие. А домики на дереве, посмотри, сколько там надо бревен для них. А я не вижу домик. А вот, нет, подожди, этот... Вот, кстати, тотем. Тотемы. О, аборигены идут, ё-моё. Где они? Вон, в лесу идут. Они, походу, сейчас к нам на берег будут выползать. Сейчас с тобой поставим тотем. Я пока бревна вытащу. Чтобы эти ублюдки знали, что мы здесь живем, чтобы они нас не беспокоили. Нам нужен череп. Череп. Там не добиты где-то. Вот этот чувак. Ну-ка, отойди. Сейчас. Давай, сломай его. О, там миссио фонарь идет. Главное, не флажечок. С фонарем, да? Меня всегда прикалывал вот этот фонарик. Так, забрал я его. О, так, все. Идут ребятишки. Начался агр. Подожди, я взял череп. Я бошку отрубил, но я не понимаю, я не вижу черепа. А, череп. В чем прикол? Не знаю. Может, просто надо засохший череп найти, да? Или башку просто-напросто? Вау! Нифига дерзкий какой. Че, идут? Да, почему-то он... Ку-ку, ёптать! Фига себе, ну-ка, получили ща. Че, завалим его? Он убегает. Все, что-то убегает. Осторожно, смотри. Ах ты, зараза, еще один заехал по мне. Я пока по фонарю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня проблемы. Ах ты, сучка, по мне херачит. Слушай. Отбегай, почему они на тебя все напали? Я не знаю, что они на меня напали. Походу, я им не понравился. Походу, они... Получи. Я сохранился. Получи еще. Офигеть их тут, еще раз. Ё-моё. Ух ты, блядь. Так, спокойно. Я думаю, они должны успокоиться. Надо что-то пожрать срочно. Меня ушатали. Он не горит. Уже? Да. Сейчас тебя подниму. Я пока кушал, они по мне заехали. Тебя поднял. Вот. Ты меня поднял, ты видишь? У меня вверх ногами, я хожу. Как ты меня поднял? Ты нормально подними меня? А, во! Я не знаю, ты меня видел, смотри. Оп! Ты видишь, куда я смотрю? Да, ты что-то... Ты видишь, куда... я нормально хожу, да? Да. Уп!
Короче, тебе надо это видеть. Ты потом запись посмотри. Прикрой меня, я пока быстренько покушаю. Да, вверх ногами. Как будто голову поворачиваю в другую сторону. Они это надо было видеть. Они стали, они свалили. Молодец. Резнул меня, это радует. Так, ну у меня лак. Я не могу вниз посмотреть, я могу только вверх посмотреть и через свою голову. Как страус, ёптать. Хера себе. Что за невидимая херня? Реально. О, вон бежит. Где мой топор? Я даже могу назад посмотреть. Раз. Вот так повернуться. А я вижу, как тебя чморят. Почему баба лысая? О, все. Вот это лаг. Этого лага я никогда не видел. А чё, как тебе сейчас его исправить, чтобы они тебя отмудохали опять? Я думаю, да. Надо. Так, все, они мне отмудохали. Давай еще раз. Резай меня. Сейчас. Вставай. Так. О, все, лаг отошел. Да боже, какие они. О! Черт, какие они живучие. Я хреваю. Боже. Давай. Все, я отъехал уже. Я вообще устал. О, нет, так, все. Да блин, да что за херня? Я встаю, значит, там эта баба мне дает леща. Все. Ты самое главное, не умирай. Блок ставь и все. Опять мне со спины дали леща. Слушай, нас чпокают. Жестко чпокают. А чего они не умирают? Это? Ты заколебала, мать, иди отсюда. Получай. Говно. Кусок. Меня ушатали. Резай, быстренько. Чтобы тебя не убили. А то нас заберут потом. Опять тот же лаг. Да опять. Они заколебали. Слушай, у меня лаг опять. Почему они не умирают-то? Я не понимаю. Мы хоть одного вообще убили? Нет, не убили. Да блин. У меня опять лаг. Я вообще не понимаю. Да. Ну что ж. Блин. Сейчас мы с тобой, наверное, окажемся в пещере. Я надеюсь. Нет. Мы не выжили даже. Срывают. Заново, что ли? Опять с дурацкого самолета. Давай на этом завершим эту серию, что-то непонятки. У меня вообще лаги жесткие. Я, короче, в другую серию, в другое место смотрю. Ну что ж, друзья, давайте на этом завершим. Я думаю, мы с этим делом разберемся, нормально обживемся. Кстати, я в самолете уже оказался. Я тоже. Не, ну этот лаг вообще крутой. Ты потом посмотри, как я там смотрел с другой стороны. Да, как страус смотрел. С вами был Прост, Римас. Подписывайтесь на каналы, ссылочка в описании, и ждите новых серий. Всем пока, друзья. Удачи.